Так, всем привет. Вот тут солнечный день, конец ноября. Тут веточки голубой ели и туи. Здесь тоже два разных подхода. Первый подход. Получается, веточки снизу убрали иглы, обмотали их в бумажки с корневином, салфетки, да, и прям посадили. Здесь еще грунт есть. Вот здесь просто было проще, убрали веточки, грунт, удобрение и полили корневином. Вот. Посмотрим. Вот эти самые уже, наверное, прошло порядка. Наверное, восьмой день пошел. Да, где-то так, восьмой день пошел. Пока непонятно. Не вытаскиваю, не трогаю. Думаю, дней 15-20 пройдет. Посмотрим. Посмотрим, можно будет определять, если иглы сохнут, вот, то их отламывать, ну, вот так вот проверять, есть там что-то или нету. Ну и в конце концов вытащить. Так, еще один такой момент. После как грунт насыпал с удобрениями, короче, запах неприятный. Вот, чтобы в доме такого запаха не было вот этого грунта, да, можно посыпать песком. Поэтому засыплю песком, как раз он будет покрывать, влага не будет выходить и запаха не будет. Поэтому прям песком засыплю это все дело. Вот. Пока растут. Ну все, следующее видео попозже скину.